Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. А на войне, как на войне, патроны, водка, махорка в цене. А на войне нелегкий труд, а сам стреляй, а то убьют. А на войне, как на войне, подруга, вспомни обо мне. А на войне не ровен час, а может мы, а может нас. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, танки горят, так бьют, ю-комбат, ю-комбат. А на войне, как на войне, солдат видит мамку во сне. А на войне, да то оно, а все серьезнее, чем в кино. Да, война, 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 дурная тетка сервана. Эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет. Война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Come back.
Летят самолеты, танки горят. Так бьют Ю-комбат, Ю-комбат. Комбат, батяля, батяля, комбат. Ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, танки горят. Так бьют Ю-комбат, Ю-комбат. На войне, как на войне.